Сегодня запросы людей растут. Жителям города хочется жить в благоустроенном микрорайоне, где имеются удобные парковки, спортивные и детские площадки, лавочки и урны и место для отдыха в шаговой доступности, рассказывает начальник управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев. А участие в проекте «Формирование современной городской среды» дает возможность преобразить город, учитывая все пожелания жильцов. Работа выполнена здесь на 70%. Дальнейшее осталось вот здесь детская площадка, осталось футбольное, мини-футбольное поле, осталось посадка деревьев будет, наверное, осенью, ноябре, плюс асфальтирование. По словам Мустафаева, на сегодняшний день на 5 объектах города ведутся мероприятия по реконструкции и благоустройству в рамках проекта «Формирование современной городской среды». На стадии завершения находится работа по преображению дворового участка микрорайона Грозненский. Впечатлениями от результатов проведенных работ поделилась жительница одного из домов. Без поднавеса, без ничего у нас очень трудно было. Хорошему, плохому, людям встать место, сидеть аккуратно, красиво. Для детей играться будет площадка. А то проблемы с детьми постоянно. Зелень наши ломали, мячиком играли. Сейчас будет отдельная площадка, будет детская площадка, футбольная площадка. Приятно же это. Для детей тоже хорошо. Для людей тоже хорошо. Как рассказывает начальник управляющей компании «Сокол», работа во дворе проводится согласно выбранным проектам жителями домов, где были учтены все пожелания жильцов. Ведь горожане действительно хотят участвовать в преображении городской среды, менять дворовое пространство. Люди должны понимать, что именно от них зависит, каким будет двор в ближайшее время, как обустроят соседний парк и как он будет выглядеть. Очень бурно все с жильцами обсуждали мы. Пришли вот к такому плану, вот формы скамеек, там формы урн, формы ламп, все выбрали, все согласовано, людям очень нравится, люди очень довольны. Вначале были, когда вот срубали деревья, что людям казалось, что это разрушает, и здесь что-то будет захват земли. Но когда поняли, что будет облагораживание, очень довольны люди. Мы, как жильцы, очень довольны, разговора нет. Кроме того, жители имеют право контролировать выполнение и качество работ на каждом этапе. При этом они сами должны внести свой вклад, выходить во двор на субботники, беречь новое оборудование, поддерживать чистоту и прикладывать все усилия, чтобы развивать свой двор и город, в котором живешь, подчеркнул начальник управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».